102 кило. Ну и по факту 8 раз я умер. Один раз я умер чисто по своей глупости. Мне кажется, это лайк. Мне кажется, это кибербуллинг. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройки своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн, и это будет что-то веселое. Короче, ребята, у нас есть в танках пару, соответственно, имбовых пушек вооружений, наряду, соответственно, с устройствами, как же без этого. И я решил сегодня записать одно из таких сочетаний, которое прям, ну, действительно очень жестко кибербулит абсолютно вообще всех и вся. Невозможно против него играть, против него как-то сопоставить, что-то сделать такое интересное. И сегодня мы с вами, ребята, будем этим как раз таки заниматься. Если вам данная рубрика понравится, обязательно ставьте ей свои царские лайки, потому что, ну, это действительно что-то с чем-то. Я у нас сегодня буду играть на таком достаточно, ну, я бы сказал, маленьком сочетании. Закидывает такие сочетания у нас к званочкам достаточно, ну, вкусненьким, в моем понимании. Здесь можно прям устраивать такой кибербуллинг, такую... Ну, ребята, это действительно будет что-то с чем-то. Вам абсолютно по-любому понравится, потому что здесь можно носиться, разносить абсолютно всех, ваншотать всех, убивать всех. Плюсом, соответственно, мы еще и будем отключать припасики чувачкам, которые против меня будут играть, что-то пытаться сделать. Вот, поэтому мы это с вами все сегодня будем делать, будем этим, соответственно, заниматься. Ой-ой-ой, ребята, а можно, пожалуйста, не надо? Давайте я вас вот так вот немножечко ваншотну. И вот так вот тоже, тебя тоже, дружище, мы тебя тоже, соответственно, за ваншотаем. А что у меня есть? Ой, а это же овердрайвик, да? Так, давайте вниз его немножечко запустим, и новый овердрайв мы с вами еще возьмем. Да ты шо? Да ты шо? Я не знаю, как это вообще контрить. Но это действительно, знаете, что-то с чем-то. Это действительно не контрится от слова совсем. Ты просто стоишь и так, на самом деле, на любом звании. Даже на званке, соответственно, которые у нас называются легендами, где у нас, по идее, все фуловые, можно надеть просто резистик, и, соответственно, с этим резистиком тусоваться, ничего особо не делать, никак, соответственно, ты у нас там, возможно, ты бы подумал, не будешь страдать, но нет, ты будешь страдать. Чтобы защититься от такой гадости, которая ездит у нас на этом гауссе, тебе как минимум нужно иметь что? Это раз, резист. Второй момент, это, соответственно, иммунитет от отключения припасов, либо от пробития. Если молодой человек у нас заходит, соответственно, сразу сходу с отключением припасов, ты у нас через какое-то время берешь, соответственно, резистик от этого всего дела. Ну, не резист, а иммунитет от этого всего дела, от отключения припасов. Чел у нас просто берет, если у него гараж располагает, и берет, соответственно, другое устройство, которое у нас уже на разрушение. И все, и все. Задача, как говорится, у нас выполнена. Больше тебе ничего абсолютно делать не нужно. Так, опачки, попочки, тапочки. Так, я у нас вроде с одной стороны хочу, знаете, что сделать? Хочу вот эту вот аптеку заюзать, чтобы, соответственно, не умереть. И вот этого молодого человека я у нас хочу тоже немножко пришибить. Не, дружище, ну что это за дела? Я же у нас на супер-мега-кибербуллинг сочетании. Ты вообще мне ничего не сделаешь. Я у нас просто чилюсь, катаюсь и убиваю абсолютно всех. Мне нужны только киллы. Я, соответственно, буду пытаться делать только этот. Встаем немножечко назад, шарик отправляем, чтобы у нас вверх летел, чтобы убивал еще других рафлокекичей, и чтобы, соответственно, они у нас страдали по полной программе. Но вроде как это у нас неплохо достаточно получается. Не забываем тариться. У меня, кстати, корпус, ребят, не фуловый, он у меня МК-6 модификации, немножечко прокачан, немного гача, но чувачок там решает у нас спрятаться, да? Ну, дружище, это так не работает. Против этого сочетания это так, к счастью, не работает, или, к сожалению, твоему,
моему счастью. Поэтому я у нас просто катаюсь на чили на расслабоне. Чувачок у нас заюзал овердрайвик. Ну, мне вообще настолько все равно. Я у нас просто катаюсь на чили на расслабоне и делаю свои вещи, которые я у нас в принципе умею делать на этом сочетании. Просто кибербулить целиком и полностью команду врагов. Дизморалить ее по полной программе. Поэтому давайте, молодые люди. Ой-ой-ой, как хорошо залетело, ой, как хорошо зашло. Нифига себе, меня сейчас что, первый раз сольют на этом сочетании? Да быть такого не может. Ну, я, как говорится, здесь, если что, сам виноват. Сколько у меня? 37 к нулю. 37 к нулю. Мы с вами идем от скорпиончика. Мы убежим вот таким вот нехитрым способом. Просто, соответственно, возьмем и поближе к нему подъедем. Ой, чувачел, а что ты у нас здесь? Нашего флагоноса пытаешься задушить? Да, давай без этого, пожалуйста. Так, опачки-попочки, тапочки. Нормально зашла тема. Блин, я не знаю. Но эта штука в натуре имбовая. Если на больших званиях хоть что-то еще можно такое замутить, хоть что-то еще можно сделать, то на маленьких званиях это, грубо говоря, все, финит а-ля комедия. Ой-ой-ой. А что, я уже не встану, да? Ну ладно, эту, в принципе, смерть можно на свой счет и не записывать. И с нашей команды еще уходят чувачки. Ребят, да вы что? Здесь вообще, я по факту уйду 43 к нулю, потому что я сейчас по своей, грубо говоря, ошибке взял и кильнулся. Ну ладно. С той стороны мы постояли, здесь у нас аптеки, аптека тоже падает, но, как говорится, будет взять ее достаточно сложновато, потому что здесь есть куча кемпер-позиций, с которых ребята у нас могут зашкериться и не дать мне сделать то, чего я хочу. Но, как говорится, получится это у них или нет, мы уже посмотрим, поглядим. Так, давайте. Ой-ой-ой, как хорошо и вкусно залетело. И там еще чувачело у нас стоит, но я в тебя тоже, соответственно, ведусь. Ой, и на респулю отправили, да? Не-не-не, дружище, не-не-не. Это так у нас тема, к сожалению или к счастью, не работает. Смотри, я аптеку у нас беру, да? И ты у нас отправляешься немножко к небесам. Так, о, меня первый раз по факту убили. И уже у нас 49... Ой, жесть. А я буду такие ролики записывать, серьезно. Потому что, ну, как минимум, если у нас еще есть две пушки Гелиос хоть как-то контрится, там достаточно тебе взять просто-напросто устройство, которое позволяет тебе делать какие-то интересные мувики, я имею в виду, с Гелиосом. Вот, и чтобы это все дело законтрить, ты берешь броненосец, берешь, соответственно, резистики, вроде как тебе он уже не страшен. А если прям хочешь вообще жизнь испортить, соответственно, чуваку, который играет у нас с Гелиосом, просто-напросто бери. Ой, я думал, сейчас аптеку возьмем. Просто-напросто бери к себе еще какого-нибудь защитника и все. Там уже, как говорится, он вообще тебе не страшен. Потому что Гелиос, ну, не умеет делать прям супер-дупер мувчики. Так, давайте. Отправляем мы шарика. Вот, корпус Ари, кстати, тоже является еще той, знаете, занозой задницы. Еще тот, как говорится, кибербуллинг момент. Но вот единственный факт у нас, который остается фактом, что с таким сочетанием особо у нас не повозишь, соответственно, флажочки. Если ты у нас любишь возить флаги, ну, как говорится, это дело, ну, не для тебя. Во-первых, потому что у нас немножко жирноватый, полноватый. Скорость у тебя, ну, соответствующая такая себе. И чтобы, как говорится, делать какие-то интересные мувики, тебе нужно просто-напросто дефать свою команду, защищать ее по полной программе, чистить, соответственно, респы врагов, как-то их постоянно дезморалить отключением нарки, и, в общем-то, усе. Все на этом у тебя задача твоя выполняется. Так, да, давай, друзья, там еще стоит мой братанчик, который хочет, соответственно, получить от меня немножечко по щам. Но это сказка. Это однозначно сказка, это однозначно, соответственно, еще та заноска, которая будет играть и будет тебя бесить на протяжении, ну, всей вообще катки. Вот абсолютно всей катки. Ты будешь вспоминать этого чувака, который играет, соответственно, на этом вооружении абсолютно всегда. Вот всю битву. Вот ты будешь резаться и будешь, соответственно, видеть во снах своих страшных, что вот там стоит какой-то Арес с каким-то, соответственно, Гауссом, который отправляет всякие разные шарики, несуразные, да, и пытается тебя как-то, соответственно, затараканить, ведь, но ничего себе, ты у нас подошел и подкрался сзади, да? Ну давай, мы у нас немножечко спустимся, не буду я отжимать у нас деаку, потому что я сразу отойду на респулю, зажгусь, и мне просто-напросто нужна аптечечка, которая у нас, по идее, должна уже, не должна она, потому что ее уже кто-то забрал. Ой, а зачем так делал? Со скорпиончика взял и меня убил, ну, 70 к 3, 70 к 3, чисто на киллах, флаги я вообще не вожу, 1000
еще очков, соответственно, свои, я уже набрал. Это жесткий кибербуллинг. Ну вот серьезно. Я у нас хотел какого-то своего рода, знаете, записать такой ролик, где ты просто будешь заходить и чувствовать себя богом на этой карте. Вот по факту на этом вооружении так и можно это делать. Мне еще интересно, как себя будет проявлять устройство «Скоростные снаряды». Оно у нас вышло за танкоины в составе спецприложения. Стоит всего лишь 12 тысяч, что очень-очень мало, я считаю, для такого устройства, потому что, ну, оно реально очень крутое и очень имбовое. Тем более на таких нефуловых званиях, где у нас чувачки еще не имеют нормальные резисты, нормальные, соответственно, защиты, сделать какие-то интересные сопротивостояния этому устройству, ну, крайне-крайне сложно. Прям что-то за гранью вообще нереального. Так, а что мы тут стоим у нас? Ой, ну ладно, да. Да ладно тебе, ну что? Ты чё так расстроился-то, а? Ты чё так... Ну подумаешь, тебе ресую. По КД. Кибербуллинг происходит. А чё такого? А чё такого-то? Чё началось-то? Так, давай-ка. Не бери этот, пожалуйста, резинку. О, нифига себе, чувак. У нас решил меня немножечко пофигачить, да? Ой, я у нас еще раз умер, ничего себе. Но там меня чел подпер, не успел все-таки на своем корпусе немножечко уехать. Вот, кстати, как раз таки минусы этого всего дела. УПшку вы себе набьете максимально вкусную. УПшку вы набьете себе максимально крутую. Но, ой, шарик немножко не так запустил. Да. Немножечко не так запустил, и он у нас немножечко врезался в билборде. Хотел между вот этим вот бетонным ограждением и билбордом запустить, но чуть-чуть не получилось, чуть-чуть не повезло. Немножечко, как говорится, у тебя с одной стороны есть очень-очень большой ресурс брать и набивать себе УПХу. С другой стороны, ну, в принципе, толково ты своей команде, вот именно в составе как раз-таки доставки флагов, особо, я так думаю, не сделаешь. Ну, чисто мое мнение. Возможно, как-то можно еще и по-другому играть, соответственно, команду, также, соответственно, как-то пытаться довозить флажочки, тоже такое интересное что-то делать. Без этого, как говорится, никуда, правильно, поэтому давайте один флажочек мы все-таки с вами утащим и попробуем нашей команде чуть-чуть немножечко помочь, чтобы, как говорится, был вариант, чтобы был стимул у моей команды что-то интересное и крутое делать. Так, дружище, давай мы тебе немножечко нарку твою подключаем. Давай, тоже разбирай. И вот этого сейчас Рафлакекичему тоже нарочку отрубим, чтоб особо не выпендривался, правильно? Угу. Так, давай тебе еще раз. А здесь у нас аптека есть? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, маленький да удаленький. Взял и подкрался сзади, как говорится. И полностью меня уничтожил, изничтожил. Еще и флаг вернул. Аптека у нас, кстати, падает. Блин, ее берут. Ну ладно. Все-таки свой, как говорится, долг сокомандникам мы у нас должны сделать, должны, соответственно, расчистить этот грязный путь. Ничего себе, вот это вкусненько получилось. Мне еще и подавление засунули. Давай, что, серьезно? Неплохо, вот это уже нравится. Так, счет 3-3, куда вы везете еще, соответственно, один флажочек, пирожочек? А можно не надо вот это вот все делать, а стоять так. И вот так мы еще шарика отправляем, чтобы, как говорится, не выпендривались у нас молодые люди. И прямо перед флаштоком мы оформляем возвратиус. Не-не-не, друзья, здесь, к сожалению, эта тема не проканает. Ну чел, ты такой рефлакекич. Ну, команда, соответственно, остается командой у нас во всех, как говорится, оружиях. Пытаешься что-то сделать, пытаешься что-то замутить, но команда говорит: да, дружище, не надо. Вот давай, пожалуйста, без этой темы. Ты зачем? Мы выигрывать не хотим, мы хотим тебе мешать, соответственно, оформлять доставку этого самого флага. Поэтому вот такие вот темки, вот такие мувы мы с тобой будем делать на постоянной основе. Так, дружище, ты же меня сейчас будешь наводиться, как я понимаю, да? Поэтому давай мы тебя дисквалифицируем с этой дисциплины. И вот этот васпик, я так думаю, мне особо не помешает и особо ничего не сделает. Потому что я даже на своем жирненьком корпусе доставочку оформляем и теперь просто занимаемся дефом. Чтоб, как говорится, ну, моя команда была при параде. Остается мне 2 килла до завершения моей цели. И эти 2 килла, по идее, было бы неплохо прям сейчас делать, но, к сожалению, ребята, играющие за мою команду,
видят, видимо, это по-другому. Ну давай, 30, соответственно, секундок. 30 секундок и 2 килла. Нужно сделать по-другому, это и не может быть. Так, раз килл. И, соответственно, вот этого рафлокекича мы добьем с помощью овердрайвика. Там еще рафлокекич у нас стоит. Ничего себе. Ты выжил? Вкусненько, вкусненько, вкусненько. Так, не успел. Не успел ты подхилиться, а тем временем 101 килл. 101 килл, который мы с вами замутили, который мы с вами сделали. Шикарно, просто вообще шикарненько. Наш флажочек они там у нас особо не берут. Вот, зато мы их берем и лапаем по полной программе. Победка. Сколько у нас киллов? 102 килла. Ну и по факту 8 раз я умер. Один раз я умер чисто по своей глупости. Мне кажется, это лайк. Мне кажется, это кибербуллинг. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если так, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока.